Ребятушки, как мы с вами давно не виделись в перископе, не виделись в перископе, сейчас увидимся. Пошло добро по трубам, блядь. Давай, давай, догоняем, догоняем до 2000, до 2000 догоняем. До 2000 догоняем. Вот вам пока елочка. Елочка, елка, лесной аромат. К Руслану поедешь? Возможно, поеду. Опа! Вот он я, ребята. Ну что, давайте хотя бы 1000 наберем. Сейчас расскажу все, ребят. Какой вызов? Что за вызов? Кому вызов? Сейчас все вам расскажу. Короче, давайте начинать. Все равно вы же этот видос сейчас везде раскидаете. Это же стопудово. В общем, канал Добра и Позитива и его хозяин бросил вызов Немаги. Типа, он готов с ней биться. Ну, что я вам хочу сказать. То, что сегодня у нас онлайн заседание нашего мужского клуба. Да, помимо этого, он еще там про наш мужской клуб что-то говорил. Онлайн-заседание нашего мужского клуба, и на этом заседании, ребята, я вам выскажу свое отношение к этому вызову, и самое главное, скажу вообще, что будет дальше. Да, конечно, конечно, вот он думает, его Давидыч пройдет. Ребята, вот все, я на стриме все скажу, я все скажу, и скажу то, что... Как он везде высказывался, что он, зачем ему это надо, сейчас еще готовится к бою ко второму про меня. И все это сейчас, все это на стриме. Стрим 16:00 по Москве, ребят. Онлайн-трансляция. У нас здесь станет нашего мужского клуба на канале Redison.